Государственные и партийные награды общественным деятелям и людям труда вручили и в партии «Аманат». Торжественное собрание приурочили ко Дню Республики. С поздравительной речью выступил Ерлан Кушанов. Открывая мероприятие, председатель партии «Аманат» отметил, что глава государства восстановил историческую справедливость, сделав 25 октября национальным праздником. Он также подчеркнул, что стало доброй традицией чествования заслуг и достижений граждан в преддверии важного дня, внесших особый вклад в развитие страны. Ерлан Кушанов поблагодарил партийцев за активную работу и высокую гражданскую позицию. Отмечу, на мероприятии также чествовали членов и активистов Народного штаба за строительство атомной электростанции. Мы всегда учились на прошлом и стремились сделать настоящее успешным, а будущее – процветающим. Все позитивные изменения, которые сейчас происходят в стране, делаются именно для этого. Как видите, время и общество изменились. Происходит обновление общественного сознания. Мы движемся к построению справедливого Казахстана, в котором господствует закон и порядок. В авангарде этих позитивных изменений стоят реформы нашего президента.